Приветствую всем, друзья. Приехал на рыбалку на один из каналов Краснодарского края. Температура воздуха 0 градусов. Очень холодный ветер, просто ледяной. Тут даже подмерзшая был минус. Проехался по каналу, рыбаков немного, но есть. И кто-то что-то поймал, кто-то вообще ничего не поймал. Прикормку делать буду с грунтом. Очень холодно, вода холодная, дубняк. Последние дни зимы, через несколько дней. 1 марта, но погода ледяная, очень холодно. То есть очень сильный леденущий ветер. Буду пробовать, погнали, ребят. Друзья, при ловле карася по холодной воде, как обычно, предпочитаю черную, малопылящую, мелкую прикормку. Я уже добавил воды, чтобы она настаивалась, потому что холодно, 0 градусов. Значит, ловить буду с грунтом обязательно. Прикормка готовая. Грубо говоря, на 5 килограмм грунта 400 грамм прикормки. У меня есть смотри, в коробочках покупал. И вот три коробки я сейчас сюда высыплю. Вот так вот. Это будет то, что если карасик подойдет, его будет удерживать. Так как ему есть вот нечего прикормки, просто будет поле вонючее. Ему что-то нужно собирать, чтобы его удержать рыбу. Вот этот мотыль. Все перемешиваем, все вместе. Прикормка готова. Моя мухалочка 6 метров. Китаец недорогой. Вот так. Так. Готово, ребят. Отбил глубину. Вот. Подпасок касается дна. Чуть-чуть поплавочек стоит выше, чем крючок касается дна. Отлично. Все, выставил. Теперь можно кормить. Кормить буду шарами, так как прикормка практически без еды, то кормить можно много сразу. Шарик земляной. Вот мотылик, вот мотыль. То есть видите, мотылик есть, и видно, в нем прикормка, и очень шикарно пахнет. Шарики делаю не сильно большие, чтобы плюх был чуть-чуть поменьше. Рыба, смотрю, по всем вообще в коматозике. Вот второй шарик. Вот тоже мотылики, они раздавленные. Некоторые быстрее привлекать рыбу будут. Треть этого состава выкидал. Вот опять, смотрите, видите? Шикарный. Убойный запах. Все, друзья, закорм готов. Сейчас можно смело 20-30 минут курить. Все зависит от плотности и от активности рыбы. Чем рыба активнее, быстрее подходит, и чем выше плотность. Оп, 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 оп.
Офигеть, как он бешеный. Класс. Ребят, пока пил чай, была одна поклевка. Поймал маленького карася. Вот это вторая поклевка. Сдается мне, все, что я замутил, работает. Лед. Первый маленький карасик был меньше ладошки, слегка приподнял и медленно вел. А второй, после того, как я подыграл, сильно приподнял. Ух, хороший карасик. Значит, есть, подходит. Посмотрю на активность клева. Если будет средняя активность, возможно, буду периодически подкидывать шарики, чтобы обновлять запах, добавлять мотыля. Оп, 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 оп. Оп, есть. Иди сюда, красавец. Иди. Небольшой, но красивый. Небольшой. Ну, зимой, ребят, в такую погоду, да даже такая это прелесть. Опа, 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 опа. Есть. Класс. Класс, шикарный карасик. Вот такой хрустящий жареный карась. Спонсор канала — интернет-магазин мебели, студия мебели, мастерская. Большой интернет-магазин, более 10 тысяч товаров, большая складская программа, кухни, спальни, прихожие, детские, мебель на любой вкус, от эконом-класса до премиум. Можно спальный гарнитур купить, где кровать стоит 4 тысячи, можно спальный гарнитур купить, где кровать 50 тысяч. На любой вкус. То же самое кухни. Кухни модульные, готовые, модульные кухни. Это кухня, которую можно собрать любой сложности. Прямую, угловую, P-образную, с островом, с барной стойкой. По цене в 3-4 раза дешевле кухонь на заказ, но более высокого фабричного качества. Отличная мебель, шикарная. Цены намного дешевле, чем на маркетплейсах. Заходите, смотрите ссылку в описании. Мебель на любой вкус, подойдет для всех. О, дед Мазай зайцев собирает или сети проверяет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Поклевочка была, Рита. Ребята, первая за час. Представляете, час не было. Поймал подряд тогда 4 штуки и на час заглохло. И вот он клюнул. Клюнул с дипом. Знаю, клюнул бы без дипа или нет. Ну, сейчас повторим. Поклевочка была очень красивая. Приподнял и повел. Давай, ребятки, ты ж там есть. Может, кто-то его отпугивает. Может, соседский закорм страшный. Килограммами прикормки. Крупная фракция с чем-то. Может, макухи даже. Не знаю. 4 поклевки подряд. Потом на час ноль. Не было ни абсосов, ни шевелений, ничего. Так, поклевочка, поклевочка, ребятка. Иди сюда, иди сюда.
небольшой, но золотой. Иди сюда. Вот, карасик. Просто приподнял и держит слегонца. Так, поклевочка на опарыша. Есть. Видите, на одного красного опарыша сработал. Без дипа, без ничего. Так, и буду сейчас все время, наверное, его пытаться удержать, подкидывать шарики. Повторение, мать учения. Вот такие шарики подкидываю. Вроде бы не отпугивает. Это вот шарики небольшие, глубина большая. А вот реакция вроде бы даже положительная. Да, зимний карасик, он такой трудовой. Он очень трудовой, тем и интересен. Хотя его здесь и по 20 килограмм ловил зимой. Зима, начало марта, в этом месте очень по много ловил. Так, если или мне кажется, или поклевочка. Пошел. А, сход. Приподнял, держал и медленно вел. И опять был опарыш. Целый. Большой, красный. Без дипа. А мотыль плохо. Вот так вот. Иди сюда. Хороший боец. Отличный карасик. Вот так вот. И поклевка на утоп очень жадная. Так. Дип красный вектор работает. Очень интересный запах. Бывает, работает на ура, бывает, не работает вообще. Ну, поклевочка. Иди сюда. Хорошенький. Его сопротивление плюс ветер в удочку. Ужас. То есть я тяну его, еще и ветер давит в обратку. Хороший карась. Класс. Оп, ну давай. Иди сюда. Ух, вот это давит, а. Класс. Он по холодной воде карась самый активный. Боком становится и прет. А, за животик. Он за животное. Вот так вот. То есть он там есть, ходит. Есть рыба. Поплавок чуть-чуть болтает. Видно, она там ходит, тусуется, его цепляет. Да, оно. А мне нужно, чтобы она его... Оп, вот это была она. Опа. Есть. Отлично. Вот, друзья. Кто-то будет кричать: ой, мелкий карась. Ну вы поймайте сейчас крупного. Приедьте, покажите мастер-класс. Какой есть, того и ловим. Так, смесь специй попробую. Я выделяю, чтобы быстрее среагировал. Он там есть, ходит, но что-то его не дает клюнуть. И дипом мы выделяем
чтобы он быстрее находил и среагировал. Но на одни дипы он реагирует, а на другие нет. По теплой воде дипы до одного места. Потому что слишком в теплой воде много запахов, и он запутывается. Нет, это маленькая эта капелька, она никак в теплой воде не сыграет. А именно в холодной это цинус. Это муа. Иди сюда. Да, ох, какой красавец, ребята. Офигительный. Ну что, ребятки, вот такой карасик конца февраля. Утром было 0 градусов. А перед этим, когда я приехал, а перед этим еще и мороз, потому что тут все было подморожено. Кстати, друзья, у меня есть телеграм-канал, в котором я часто выкладываю интересные статейки. Кроме обычных веселостей по рыбалке, выкладываю туда статейки. Ссылку оставлю в описании, если что, находите, он также называется. Клево всем ловить рыбу с нами. Заходите, подписывайтесь на телеграм. Друзья, монтаж использую с подпасками. У меня спортивный поплывок, дешевый китайский, за 100 рублей. Грузоподъемностью грамм. Основные груза набраны от большого к маленькому. Потом 30 сантиметров. И два маленьких подпасика, очень маленьких, смотрите. То есть вообще маленькие, видите, я их разнес. Вот эти два показывают. Вот этот у меня сейчас лежит на дне, этот приподнят. Поэтому, приподняв вот этот, вот они вот так вот лежит на дне, вот так вот карась берет насадку, слегка приподнимает и уже аннулирует вес этого. И поплавок сильно всплывает. Я вижу поклевку на подъем. А так как поплавок легкий, и чтобы утопить его нужно очень мало веса, то и на утоп этот поплавок просто ныряет в лед. И то периодически, ребят, периодически я вижу, как он поднимает, бросает. Даже вот это вот маленького, вот это вот крохонького подпаска, ему порой много. Он чувствует его вес и бросает. Самая большая трудность с легким монтажом, вот весом 1 грамм, это вот ловить на ветру, это потянуть на себя. Если был бы боковой ветер, я бы изначально поставил бы больше и не парился. А тут вроде бы я без проблем контролирую поплавок, вообще без проблем, но подтянуть на себя тяжело. По чувствительности они сверхчувствительные, эти оснастки, при правильной огрузке, при правильном выставлении глубины, очень чувствительные. Но ими нужно ловить одним удилищем и с правильной, с контролем поплывка. Чаще всего все-таки удочку держишь в руке. Если петля пошла выдуваться, ты ее перекидываешь. Выдувается, ее перекидываешь. И вот сейчас вода очень холодная, карась, ну, очень пассивный. И вот даже эти маленькие, оп, вот даже на утоп он элементарно топит, потому что поплывочек огружен правильно. На канале есть видео, как огружать такие поплывки, и на канале есть видео, как выставлять глубину. Сейчас, как только температура у нас поднимется, без холодов, без заморозков, и на степняках карась щеманется в камыши, кормится, и можно будет уже там его ловить. Прямо вдоль камыша он будет. Оп. Блин, да что ты ляжешь будешь делать, а? Все будут рассказывать, что карась начал нереститься, а он просто зайдет в камыши кормиться. На меля, где вода быстрее прогревается, где вылазят жучки, паучки, первая растительность. О, началось. Они лопатой кидают, офигеть. Совковая лопата, а не кормушка, такая для закорма карпов. И вот так вот кормят. У меня тут утопило, а я тут рассматриваю. Тут утопило.
карповая такая фигня, лопатка, ей закармливают. Я не удивлюсь, сейчас отрежет. В итоге ни у них не клюет. Ох, какой красавец. О. В итоге ни у них не клюет, ни у нас. Заброс. Шарик. Поклевка. Хороший карась. Такой уже грамм по 300, ребятки. Отлично. Опять, ребятки, мотыль. Уже солнце в глаза светит. Ё-моё, вообще ужасный мотыль. Расползается. Дип. Сейчас вот работаю. Кукуруза, укроп. Заброс в точку. Притормаживаю, пока опускается. 3,5 метра глубина. Не даю снести. Поклевка, рыба. Как-то так. Шарик. Вот в таком темпе, ребятки, и ловлю. Насадил, пшикнул, забросил, притормозил, пока опускается, сносит. Дождайся поклевки. Вываживание. Нарядил шарик. Насадил, закинул шарик. Подернул. Очень часто срабатывают именно поклевки после подыгрывания. Что это? Это он повел. Или... Да, это он повел. Слегонца притопил и повел. Класс. Да ё-моё. Шикарнейший. Ну что, друзья, неполная ведерко. Ну ничего, нормально. Это хорошо, что неполная ведерко, чистить меньше. На одну маховую поплавочную удочку, круто, зимой, конец февраля. Что могу сказать по рыбалке? Зимний процесс. Прикормка с грунтом. Ту прикормку, которую я намешал, я выловил всю. Я 2/3 закормил сразу. Делал один небольшой подкорм посередине рыбалки и все время подкидывал шарики. Именно здесь это работало просто сегодня отлично.
Просто карась отзывался на ура. Просто шикарно. После закорма ребят, соседей, два раза на час пропадало поклевки. Два раза закормили, два часа рыбы не было. Что у них, что у меня. А так, шикарно. Отлично. Урлов просто отличный. На одну маховую поплавочную удочку зимой лучше всего работал мотыль, карась чуть покрупнее. Похуже красный опарыш. Рыба клювала, ловилась, отзывалась на то, что я дал. Супер, рыбку поймал, удовольствие получил. До новых встреч, друзья.